Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Диабло. Так, что нового? Я взял вот этот меч, проапгрейдил его до конца, посмотрим, серп я пока не разбирал, и запечатлил на него, вы наносите урон на 9% больше за каждую секунду, пока стоите на месте, вплоть до 30. И сила атаки у нас 2910 стала, но броня упала маленько. В принципе, это, я думаю, не критично. Надо попробовать, если что, перейдем опять на серп. Погнали дальше. Они у нас побежали же сюда. Только мы за ними не пошли. Следуйте шпиль мучений. Не видно? Лилит? Или Инария? Нет, пока не видно. Здесь была Лилит. Кровавые лепестки. Прикольная вставка. Это бойня с демонами, да, ихняя? Да не дрогнем мы, сражаясь во славу его. Эпическая, прям я бы сказал, битва. Да воссияет свет. Лилит прошла куда хотела, да, видимо?
Ты помнишь его, Инарий? Шепот проклятых. Разговоры тебя не спасут. Покажись. И вот солдат вернулся. Да с такой решимостью. От прежних сомнений не осталось и следа. Ты обманула меня! Неужели, Инарий, чего ты хочешь? Мое место по праву на небесах. И поэтому ты стремишься уничтожить наше творение? Санктуарий — это мерзость! А наш сын? Я поступил верно, чтобы ублажить небеса. Скажи, они возрадовались? Нет, ты им не нужен. Ломец прям, да, такой нехилый. Во славу его. Узрите плоды веры вашей! Вот и все. Все закончится. С тобой. Нет. Мы сделали выбор. И этого они никогда не простят. Что бы ты себе не воображал и кем бы не жертвовал, молчание их приговор. Все исправил. Что еще мне нужно сделать? Скажите, прошу, ответьте! Небеса, с тобой больше не говорят. Защитите меня! Нет! Твое место в аду! Вот это было мощно. Эпично. Что произошло? Лилит оторвала Инарию крылья, как будто играла с ним. Хотела поиздеваться, прежде чем прикончить. Значит, пророчество лгало. Копье света должно было пронзить сердце ненависти. Может, и не лгало.
Лилит тоже ранена. Если она ранена, ее будет легче заключить в камень души. Нам нельзя останавливаться. Ну, гоу-гоу-гоу, как говорится. Мне надо меч проверить. Перед бойней с Лилит-то, как бы. Она уже исчезла. Что там? У меня есть идея. Я приготовлю незримое око. Око? О чем ты? Мы должны найти Лилит. Для этого нам придется использовать око. Ты шутишь? А где ты его таскал с собой? Я знаю, что было в прошлый раз, когда использовали око. И чем это закончилось? У тебя есть другое предложение? У кого-нибудь оно есть? Я так и думал. Так глупо. Прирежьте этих ублюдков. Урон вроде идет неплохо. Даже за обычную атаку неплохо. Пока что оставим. Мне посмотреть, как жизнь впитывает. Ну, восполняет, я имею в виду. Я все хорошо. Ларат прав. Око — наше единственное преимущество. Единственный способ найти Лилит. Нельзя терять времени. Пользуйте око. Так, ну пока маленькое возьмем. Если уже бойня, в самой бойне максимальное возьмем, и все. Будет хорошо, я надеюсь. Итак, ты наконец пришел. Чтобы получить в дар свободный проход в собор ненависти. Но сегодня я не вижу в тебе прежней силы. Я бы так уж не рассчитывал на победу. Выполни данное мне обещание. Конечно, дочь ненависти. Мой дар откроет тебе путь к отцу. Все мы рано или поздно возвращаемся домой. Запалило. Вновь заглянул в око, как глупо. Что это? Где я? Ты заперт у себя в голове. Я могла бы оставить тебя тут навсегда, но хочу предложить иную судьбу. Ты можешь стать величайшим защитником санктуария, но только если сам того захочешь. Исследуйте собственный кошмар. Ну, давайте. Я даровала еще
свободу выбора. А оно все равно ищет пастырей. Стихай. Лазовище, ваш отец давал вам путь к спасению. А вы раз за разом сворачиваете с него. Это нужное зрелище. Таков мир глазами ребенка. Но ты знаешь, что все это... Харадримы знают правду. Да. Но они всего лишь хранители знаний. Они не могут действовать. А ты... Прости, сынок, там, да? Все, что мы прошли, получается. Древо. Оно не издает ни звука, ни вздоха, но глаза, кажется, следят за вами. Все, что мы сделали до этого, все в каких-то обрывках видим здесь, да? Покаялся. Как темно. Я покаялся. Думаешь, было поздно? Думаешь, было поздно? Когда он нам помогал. Ну да, красиво сделали. Труп Ратмы. Мой сын был мудрей самих Харадримов. Но пастух из него никудышний. Его пророчество — это предупреждение. И все же он не объединился в паре, а предпочел наблюдать. Инай, Элиас, Лорат. Им так хотелось истолковать пророчество по-своему, что они проглядели простую истину. Мы все... жертвы вечного противостояния. Пешки в руках ангелов и демонов. Это у нас в крови. Мы должны сражаться, чтобы выжить. Инари решил, что пророчество решено как по-человечески. Или, может... это от него люди у нас... Вечная Матерь, спаси нас. Ну, понятно. Элиас думал, что я спасу санктуарий. Он ошибался. Людскую стаю должен познать человек. Такой, как ты. Я не спаситель. Это слова настоящего пастыря. Взгляни на себя. Алтарь Лилит. И дай людям надежду. Нет. Ненависть. Разрушение. Ужас. Вот с кем надо бороться. Они вечны. Но мы можем переломить ход вечного противостояния. Все начнется здесь. Убей Мефисто и стань во главе грядущих битв. Вот что она хочет, чтобы моими руками убить. Просто прими мою руку. Мефисто? Сражайся за санктуарий. А я буду наблюдать за тобой из тени. Я отказываюсь. Значит, тебя ожидает мрачное будущее. Да ладно.
херня творится. Здравствуй, дружище. О. Нужна помощь. Мефисто. Быстрого. Пещера в горах. Там Мефисто меня и нашел. Короче, каждый хочет переманить на свою сторону, получается, да? Насколько я понимаю. Не бойся. Я пришел освободить тебя. Почему ты мне помогаешь? Оглянись вокруг. Я спас тебя в этой пещерке, потому что почувствовал, что ты можешь убить Лилит. Это то, чего я хочу. Лгать не буду. Придет день, когда мы станем врагами. Но сейчас мы должны помочь друг другу против нее. Смотри мне в глаза. Впереди нелегкий путь. Я благословил тебя. Ступай без страха. Ну, спасибо и на этом. Мне показалось, что этот старый пес прячется где-то здесь. Ты следуешь за Мефисто, а не за мной. Какая это власть. Я не думаю спасаться. Что тебе предложил мой отец? Отвечай. Я тебе все расскажу. Она-то мне и нужна. Брол, король. Тиран, которого мы убивали. У меня нет эссенции. Отлично. Впереди еще каких-то два босса. Воу-воу-воу. Кто здесь? Мать уже победила. Нет смысла сопротивляться. Так, этого мы быстро долеем. Погнали дальше. Найдите выход, легко сказать. Ты отдаешь свою жизнь просто так. Судьба Мефисто уже решена. Неправда. Иначе я его убью попозже. Неблагодарный. Когда он вернется. Я запечатаю тебя в этом кошмаре. И ты будешь молить о смерти. Не угадала. Тут у нас кто? Астарот. Собственной персоной. Сражаешься.
Стоп, ребятки. Вот теперь пошли. Мои хилые воины, не хватало двоих. А это плохо. Этого как мало. Незримое. Незримое око, я понял. Возьми его и получи свободу. Они оба ранены, получается, что ли? Не вздумай похоронить меня тут, зараза. Стар я, чтобы тащить твое тело из ада. Убери руку, покажи. Я давно не подчиняюсь тебе, Лорат. Не надо мне указывать. Зря ты пошел в собор, а не ко мне. Я помог бы тебе. Разделил ношу. Знаю. Глядишь, со Скользглином сложилось бы иначе. И с Йорином. Он поймет. Что мог? Да, больше, чем мог. Но остались втроем, да? Я буду скорбеть о Донане. Что сделано, то сделано. Что ты увидел в Оке? Лилит пыталась поймать меня. Она пересекла море огней. За ним лежат владения ее отца. Значит, мы опоздали. Нет, сдаваться нельзя. У нас есть камень. Как нам поступить? Я не знаю. Я всегда знал, что тебе придется завершить начатое, если я погибну. У тебя всегда рука была твердой, а у меня нет. Доверься своему чутью. Благодаря ему нам удалось так далеко зайти. Найдите Нейреллу. Ну, пошли искать. То есть, нас все-таки двое остается, да? Печально. Чего? Мефисто? Вернулись, значит. Отлично. О чем он? Этот монстр помог мне сбежать от Лилит. Стой. Я читала о таком волке. Нет. Это Мефисто. Ты поверил воплощению зла? При чем здесь доверие? Все решила простая логика. Подумай сама. Если Лилит получит мою сущность,
Санктуарий пропал. Что ты предлагаешь? Ничего. Только мою помощь. Этот портал ведет в собор ненависти. Поторопитесь. Лилит спешит туда. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю серию. Вот такая вот она у нас получилась. И в следующей, последней уже завершающей серии по основной кампании, я думаю, что мы уже победим Лилит и перейдем на другой уровень этого мира по сложности и будем продолжать выполнять побочные задания. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии и мысли по данной игре, и обязательно всем на все отвечу. Увидимся в следующей серии. Всем пока!